Как сделать спиннер своими руками? Для этого вам понадобится кусок картона вот такой, ножницы и карандаш. Берем, отрезаем вот такой кусок картонки примерно сантиметров 7 на сантиметров 5 ножницами. Вот у нас получилась заготовка для спиннера. Берем карандаш и пишем здесь. Переверни. Потом переворачиваем, пишем здесь то же самое. Переверни. Итак, у нас получился спиннер. Берем его в руки, видим, написано переверни, переворачиваем. Тут тоже переверни, тоже переворачиваем. Так вот крутим.